Сегодня я хочу вам рассказать не о телескопе, а о монтировке. Той части, которая располагается между телескопом и, соответственно, штативом. Перед нами азимутальная монтировка AZ4 от компании SkyWatcher. Не знаю, как другие любители астрономии, в последнее время на рынке появляются не только новые экваториальные монтировки, но и азимутальные. И они в самом деле пользуются заслуженным спросом и доверием, так как очень просты в эксплуатации. И мне они тоже очень нравятся. Не нужно ничего настраивать, просто поставили, установили, в данном случае, может быть, трубу подзорную, либо телескоп, и наблюдаем. Монтировка AZ4 от компании SkyWatcher состоит из трех основных элементов. Сама монтировка, которая крепится на алюминиевый штатив, и входящий в комплект вот такая вот L-образная пластина, предназначенная для установки на ней трубы телескопа, либо фотокамеры, если вы будете использовать данную монтировку в качестве штатива для установки фотокамер, либо бинокля. Обратите внимание, что вот эта вот L-образная пластина ставится в специальное гнездо. Крепление здесь стандартное, ласточкин хвост, который был еще изобретен компанией Vixen. Чтобы пластина, когда вы ее ставите в паз, не упала, здесь имеется специальный выступающий винт. Вот таким вот образом мы вставляем пластину, закрепляем ее, и на самой монтировке имеется еще один контрвинт, который позволит жестко и надежно зафиксировать пластину вот в этом верхнем узле азимутальной монтировки. У монтировки имеются два стопорных винта. Вот этот вот большой, красивый, хромированный, ну правда пластиковый, винт в основании, это стопорный винт по азимуту. Если мы его раскрутим, у нас монтировка очень легко двигается по азимуту. Если мы его зафиксируем, соответственно, у нас монтировка по азимуту может двигаться либо туго, либо если совсем его зафиксировать, совсем двигаться не будет. И аналогичный винт по своей форме есть вот в верхней части монтировки. Он у нас регулирует движение по высоте. Мы его раскрутили, двигаем монтировку по высоте, соответственно, зафиксировали. И у нас нужный инструмент смотрит туда, куда мы его направили. Обращает внимание вот продуманность конструкции, плавность, с которой двигаются эти стопорные винты. То есть мы можем не только жестко зафиксировать монтировку в нужном положении, но и, соответственно, с помощью этих винтов задать усилие, с помощью которого мы можем наводить ее на нужный объект. В основании монтировки имеются шкалы, вернее, одна шкала в основании, другая находится в верхней части. Соответственно, выставив эти две шкалы, вы можете наводить телескоп или наблюдательный свой прибор по азимутальным координатам. Выставить эти шкалы очень легко и просто. Вы предварительно наводите телескоп на какую-то яркую звезду, потом с помощью любого мобильного приложения смотрите ее азимутальные координаты и, соответственно, выставляете их на этих шкалах. Здесь имеются специальные рисочки. Одна рисочка у нас вот здесь с этой стороны. Ну, оператор, если что, поближе потом снимет, покажет. И где-то тут должна быть еще вот вторая рисочка, которая позволяет по азимуту двигать монтировку, а это, соответственно, по высоте. Монтировка установлена на алюминиевом штативе, который регулируется по высоте. Уже много раз рассказывал, что у нее есть полочка. В комплекте с монтировкой производитель вам дает такую желтую отвертку, чтобы что-то подкрутить, если что-то где-то раскрутится. Ну и, конечно же, можно было зафиксировать вот этот вот контрвинт, который жестко и надежно фиксирует L-образную пластину в верхней части монтировки. На эту L-образную пластину, как я уже говорил, можно поставить бинокль, можно поставить, соответственно, фотокамеру, можно поставить трубу телескопа. Максимальная нагрузка, которую может нести данную монтировку, ну вот как рекомендует производитель, составляет до 6 килограммов, то есть 6 килограммов. Вы можете поставить себе трубу, камеру,
Бинокль весом до 6 килограммов. И сама монтировка без нагрузки тоже весит 6,5 килограммов. Такой вот надежный, простой, переносной инструмент для того, чтобы установить наблюдательный прибор. В качестве образца мы сейчас вам поставим сюда трубу системы Максутова Кассегрена с диаметром объектива 90 мм, чтобы вы могли посмотреть, как это все выглядит в сборе и как это все работает. Раз, два, три, четыре, пять. Хватаем трубу с рядом находящегося стола. Вот у меня в руках труба с диаметром объектива 90 мм. Крышечка мы объектив закрыли, чтобы он не пылился. Здесь в основании имеется крепежная пластина, в которой есть несколько отверстий. Для крепления непосредственно трубы к монтировке мы будем использовать два центральных отверстия. Это стандартная резьба 1 с четвертью дюйма, которая используется для крепления к штативам чего бы то ни было. Соответственно, прикручиваем вот таким вот образом. И тут есть специальная ручка такая вот, чтобы более жестко сделать крепление, затянуть. Вот у нас установлена труба. Проверяем балансировку. Тарам-там-тара-та. Не тот открутил винтик. Ну, все замечательно. За ручку хватаем. Открепляем стопорные винты, прицеливаемся в искатель, наводим трубу на нужный объект, фиксируем стопорные винты и наблюдаем. Все легко, элементарно и просто. К недочетам данной монтировки можно отнести отсутствие микрометрических винтов, но вот опыт работы с этой монтировкой показал, что это не такой уж большой недочет, потому что она очень-очень плавно двигается, поэтому если объект будет смещаться из поля зрения телескопа, вы вот так вот аккуратно, совершенно спокойно за ручку сможете подвести трубу, чтобы объект у вас оказался снова в центре поля зрения. SkyWatcher AZ4. Простая, надежная, жесткая азимутальная монтировка для небольших инструментов.